Какого черта? Вообще-то это была моя реплика. Назови хоть одну причину, почему мне не стоит пристрелить тебя на месте. Потому что ты пристрелишь сам себя. Ха, три раза. Послушай, старик. Я не перевертыш, демон или еще какая-то нечисть. Да, я в курсе. Я проверил тебя, пока ты был в отключке. Серебром, солью, святой водой, никакой реакции. Но знаешь, что самое интересное? У тебя точно такие же отмычки, лезвия и финки, какие я таскаю с собой. Как ты это объяснишь? А заодно и наше поразительное сходство. Захария. Повтори. Я — это ты, разлива конца 2009 года. Зак вытащил меня из кровати и зашвырнул на 5 лет вперед. Где он? Мне нужно с ним поговорить. Откуда же мне знать? Так ты не знаешь. Нет, не знаю. Я хочу вернуться в свой поганый 2009. Ладно. Если ты — это я, то расскажи мне то, что знаю только я. Ронда Харли. Нам было лет 19. Она заставила нас примерить ее трусики. Розовые такие, шелковые. И знаешь что? Нам даже понравилось. Туше. Зак закинул тебя сюда полюбоваться, как все хреново? Типа того. Кротонский вирус, значит? Такой вот ход конем. Эффективный, неизлечимый, жуткий до чертиков. Он превращает людей в монстров. С тех пор, как 2 года назад заразились крупные города, весь мир покатился под откос. А что с Сэмом? В Детройте была крупная заварушка. И, насколько я понял, Сэм не выкарабкался. Ты был с ним? Нет. Мы с Сэмом не общались. Черт, уже лет 5. И мы не пытались его найти? У меня есть о ком позаботиться, кроме него. Куда ты? У меня дела. Ты что, собираешься меня тут бросить? Да. У меня полный лагерь уцелевших людей с изломанной психикой и апокалипсис на нашу голову. Нам до кучи не хватало только фильма «Двое, я и моя тень». Так что посиди-ка пока под замком. Ладно, как скажешь. Старик, ну а зачем же наручники? Ты что, самому себе не доверяешь? Нет. Ни на грамм. Вот гад.